Всем привет! Знаете, как же бесит, когда какой-нибудь очередной городской сумасшедший попадается в транспорте вам именно. Ну и в этот раз это был не буйный, а веселая бабушка, которая слушала музыку и в один прекрасный момент начала подпевать. Тут я уже не сдержался и немного заснял. В общем, на всех обострение весеннее действует по-разному. В общем, как-то так. 70-я городская больница. Следующая остановка.